Всем привет! Сегодняшнее видео про котельную для здания на 300 квадратных метров. Итак, коротко о здании. Здание – это церковь, построенная 20 лет назад из шлакоблока и обложенного кирпичом. Между ними засыпана жужелка, как утеплитель. Утеплитель так себе. Дальше. Высота потолков около 7 метров. То есть сам по себе здание очень холодное, и в планах, конечно, будет это все здание утеплить, но это будет чуть позже. Я думаю, видео тоже будет позже. Чтобы отопить такое здание, до этого стоял котел «Огонек» Старобельского завода на 30 киловатт, и он был ужасен. Почему? Потому что объем топки его был очень мал. В него вмещалось где-то 20 килограмм, ну, может быть, 25 угля. При этом он, скорее всего, был рассчитан на уголь антрацит, потому что если засыпать в него курной уголь обычный, то когда много засыпаешь, он быстренько там шлакуется, и весь дым, тяга прекращается, и весь дым идет с поддувала в само здание. И это было ужасно, непрактично, неудобно, что нам приходилось подкидывать каждые 15 минут этот уголь и постоянно дежурить возле котла. И решено было купить новый котел DEFRA KDR Plus 3. Обзор вы можете посмотреть в предыдущем видео. Котельная, в которой мы находимся, это пристроенное здание к основному, обложено газоблоком. Размеры котельной 2,5 на 4 и высота потолков 3 метра. Полы здесь сделаны из бетона толщиной 10 сантиметров. Марка бетона М300. Специально мы перестраховались, потому что на такой маленькой площади установлен котел в 600 килограмм веса и емкость 1100 килограмм. Итак, котел DEFRA KDR Plus 3 50 киловатт. Почему именно такой? Потому что по расчетам у нас вышло теплопотери 58 киловатт. И решено было купить именно такой мощности. Даже если мы утеплим здание, то теплопотери с утеплителем будут где-то 25 киловатт. Плюс в планах у нас купить еще соседнее здание, и в принципе этого котла должно хватить за глаза. Далее, у нас стоит теплоаккумулятор на 1100 литров. Изготовлен он под заказ. В принципе, нужно было сделать большего объема, но мы были ограничены размерами помещения, и получился именно такой теплоаккумулятор, и немножко о нем будет позже. Итак, давайте рассмотрим обвязку котла с теплоаккумулятором. Трубы у нас металлические, 1,5 дюйма или 40 миллиметров. Здесь у нас стоит тройник и антиконденсационный клапан фирмы ESBI на 60 градусов. Для чего он нужен? Для того, чтобы не было у котла температурного шока, потому что когда сверху выходит горячая вода, то снизу поступает холодная вода. И для металла это очень не полезно. Плюс польза от него — это то, что нет конденсата. Потому что те же дрова и уголь, когда сильно маленькие температуры, то они начинают выделять много конденсата, который сильно воняет, стекает в поддувало и растекается по всей котельной. Благодаря этому клапану такого не будет. Ну и также для котла очень полезно, чем выше температура, тем лучше его КПД. Из-за этого очень хорошая вещь. Дальше у нас стоит насос циркуляционный и пошла обратка. Когда прогревается здесь температура до 60 градусов, то тогда теплоноситель идет уже по большому кругу к теплоаккумулятору. И здесь идет небольшой подмес. В случае, если нет света, резко выключился, у нас стоит источник бесперебойного питания с чистой синусоидой и аккумулятор на 190 ампер-часов. Этого хватит приблизительно на 8-10 часов. Но в случае, даже если он сядет, аккумулятор, то у нас стоит обратный клапан, клапан-хлопушка, и у нас вся система будет работать самотеком.
идет подача в емкость теплоаккумулятор и возвращается в котел. Когда свет есть, то когда насос давит сюда, здесь клапан останавливается, и теплоноситель не идет в эту сторону, а идет только в котел, идет циркуляция. Когда света нету, насос этот не работает, то тогда теплоноситель уже идет снизу. Многие знатоки меня могут поругать, что я не установил термометры, фильтры, грязевики и краны для обслуживания циркуляционного насоса. Но я сделал это специально. Объясню почему. Потому что термометры, они вообще здесь не нужны. Фильтра. Тоже я их не поставил. Почему? Потому что когда я демонтировал старый котел, то я специально скрыл этот фильтр и посмотрел, и он был абсолютно чист. При этом, что котел стоял уже больше 9 лет и не обслуживался. То есть сама система вся чистая. И, ну, в принципе, это понятно почему. Потому что она закрытая. Это не центральное отопление. Я вот живу на 5-м этаже 5-этажного здания. У нас центральное отопление. И да, там просто куча грязи. Потому что когда я стравливаю воздух, у меня угловая комната, стравливаю воздух, то у меня даже забивается трубка металлопластиковая. На фитинге у меня полностью забивается этой грязью. То здесь нет смысла его ставить. Еще такой момент, почему я не поставил грязевики. Потому что у нас теплоаккумулятор является как гидрострелка. И там замедляется скорость движения теплоносителя, а значит, даже если в котле или в самой системе отопления есть какой-то мусор, то в теплоаккумуляторе он будет садиться на дно, и с помощью ревизионного фланца мы можем спокойно почистить. Но я думаю, этим можно пренебречь, потому что там будет все чистенько. Дальше. Краны для обслуживания насоса. Опять же, здесь стоит хороший насос. Надеюсь, он будет работать хорошо. Предыдущий насос у нас тоже был французский, не помню, как фирма называется. Тоже безотказно работал больше 9 лет. И мы к нему, в принципе, даже не прикасались. Из-за этого, ну, я не вижу смысла ставить эти краны. Даже если мне нужно обслужить, я перекрою краны на теплоаккумуляторе, солю здесь 180 литров воды и заново потом их залью. Не знаю, как у вас, но у нас вода стоит 9 гривен за тонну воды. Как бы, там мне легче это слить ее и заново налить. Итак, теплоаккумулятор 1100 литров, утеплен пока временно ватой каменной. Здесь у нас патрубки 1,5-дюймовые, заходит эта обратка и сверху подача от котла. И также у нас есть выходящие патрубки 1,5-дюймовые, которые идут на нашу гребенку. Также у нас здесь вмонтирован электротен на 9 киловатт. И фланец для ревизии самой емкости. В случае, например, если у нас все-таки электротен и вдруг там будет накипь, то можно вскрыть и почистить данную бочку. Внизу есть кран для слива и установлены термометры. Еще здесь спрятаны трехчетвертные патрубки для электрокотла. Я сначала думал его поставить отдельно, но было решено вставить именно саму емкость. И объясню почему. Для того, чтобы поставить еще один электрокотел, который будет греть эту емкость, ну, 9 кВт, это, во-первых, мало. Во-вторых, там стоит обычный такой же тен, как и установил я здесь. Он стоит 600 гривен, а минимальный электрокотел стоит там 2,5 и выше. Так вот, просто поставил 600 гривен и не паришься. Второе, для того электрокотла нужно циркуляционный насос, еще краны. Это все стоит денег. Как бы, а смысл переплачивать, если вот все тот же тен будет греть эту емкость? И все, проблем нет. Накипь. Вдруг, если будет накипь, у нас есть фланец, мы его чистим спокойно, и проблем никакой нету. Также в планах
сюда залить воду очищенную через обратный осмос, которая тогда вообще накипи не будет, и проблема вообще вся снимется. Итак, как я подключил сам ТЭН? Я установил Wi-Fi реле фирмы Sonoff, мою любимую, с датчиком температуры по зданию, по котельной, но это чисто для себя. Как я захожу в ТЭН, включаю, включается. Напряжение подается на терморегулятор, который выставлен на максимальную температуру 80 градусов. Он, в свою очередь, включает электромагнитный контактор, который своими силовыми контактами через автомат включает наш 9-киловаттный ТЭН. И все греется. Плюс для страховки я еще поставил, ну это у меня был, я поставил еще один датчик, и который тоже управляется здесь минимальной температурой и максимальной 80 градусов для страховки. То есть, если вдруг тот не сработает, датчик, то этот отключит, чтобы котел, чтобы бочка у нас не закипела. Итак, как поступает тепло в само здание? У нас выходят трубы 1,5 дюйма металлические, потом они переходят на полипропилен 50 миллиметров, но внутренний диаметр там 40 миллиметров, как раз те же 1,5 дюйма. Уходит на гребенку, мы ее чуть позже посмотрим, и возвращается с гребенки через насос Grundfos Alpha 3. Здесь, конечно, мы решили как бы не экономить и поставили именно его. Можно было поставить там Alpha 1, ну, почему именно третий? Потому что мы будем делать ремонт в здании, менять еще систему отопления, плюс подключится здание еще одно, то нам нужно будет балансировать систему. А этот насос может с помощью Bluetooth подключиться к телефону и помочь нам всю систему отбалансировать. Это очень удобно, чтобы потом никого тоже не нанимать никого. Купили, и отличная вещь. Дальше получается у нас идет трехходовой клапан с выносной термоголовкой. Здесь мы можем задать температуру от 40 до 70 градусов. Это очень удобно, чтобы регулировать подачу тепла. Ну, в нашем случае сейчас, в принципе, он и не нужен. Почему? Потому что в здании у нас стоят термоголовки на пристройке на каждом радиаторе, а на основное здание, там старая еще система, я поставил клапана, тоже о них чуть позже расскажу, которые регулируют температуру всего здания. Тем самым, неважно, там 65 градусов подается в систему или 50, просто подала 65, быстренько нагрела здание и выключила все. Альфа 3 Grundfos, он очень удобен тем, что когда все прикрываются термоголовки, то он сам снижает, у него есть функция автоадапт, и он снижает мощность прокачки воды и тем самым экономит электроэнергию, и насос не гонит на закрытую задвижку и не создает шум в самой системе отопления. Это очень удобно. Ну и получается, даже если у нас, вот мы поставили 65 градусов, то теплоноситель от насоса идет, закольцовывается и поступает обратно в подачу. И так постоянно поддерживается температура, заданная там 65 градусов. Очень удобно. Ну и как всегда, опять же, я поставил Wi-Fi розетку фирмы Sonoff с выносным датчиком. Эта розетка управляет у меня циркуляционным насосом Grundfos, потому что если здание не топится, котел потух, а я не на месте, то чтоб не мотал лишний свет, выключаю и удаленно. Также этот датчик выносной, он мне показывает температуру подачи котла и температуру, в принципе, показывает самой емкости. Тем самым я могу контролировать и понимать, что там котел потух или еще он горит, и о том, что у меня еще емкость сама заряжена. Сейчас у меня еще для тестов, я еще не знаю, куда ее втулить. Это еще одна Wi-Fi реле с выносным датчиком, показывает мне обратку. Для чего? Для того, чтобы я понимал, прогрета бочка сама или нет. Когда я уже вижу, что по обратке есть, идет температура в 70 градусов, значит, я точно знаю, что вся емкость прогрета, котел уже тоже работает на максимум, ну и здание уже там, делая выводы, что мне, как мне отапливать.
Итак, мы находимся на том месте, где стоял раньше котел. Это кухня. Сейчас мы поставили здесь гребенку. Мы ее сварили сами. Профильная труба 100 на 100. По расчетам вообще должна быть 120, но 100 на 100 тоже нормально. Сверху у нас шаровые краны установлены, а снизу вентиля. Почему так? Для того, чтобы отбалансировать систему. Основное здание у нас еще со старым отоплением, там 2-дюймовые трубы, чугунные батареи, ни одного крана нет. И управлять температурой невозможно. Пристройка же у нас, на каждом радиаторе стоит термоголовка, и в каждой комнате у нас выставлена своя температура. Как мы управляем температурой в основном здании? У нас стоит Wi-Fi реле фирмы Sonoff и с выносным датчиком температуры, а также установлены электромагнитные клапана прямого действия, нормально открытые. Почему именно нормально открытые? Потому что вдруг, если выключат Wi-Fi реле кто-то нечаянно, или что-то с ней случится, или выключат свет, то теплоноситель будет все равно циркулироваться через радиаторы, потому что нормально открыты клапана. Почему прямого действия? Они дороже стоят непрямого действия, потому что система у нас открытая, здесь нет давления. А у непрямого действия клапанов, у них минимальное давление должно быть 0,3 бара. У нас есть эти 0,3, но перестраховка лучше прямого действия, они четко срабатывают. Мы находимся в основном здании, и вот он, Wi-Fi реле с выносным датчиком. Заходим в наше приложение. Здесь у нас заданная температура 18 градусов. Мы вот сейчас видим, что как раз он сработал. То есть он перекрыл клапана, и сюда не поступает теплоноситель. Изменяя, мы можем опять же включить таймер или выключить, или включить, можем зациклить. Ну, в принципе, самое оптимальное — это вот выставить заданную температуру. Сейчас, например, поставим 19. И у нас он выключился. И сейчас теплоноситель будет поступать в здание. И подниматься температура будет до 19. Это очень удобно. Вот такой получился обзор котельной. Спасибо, что смотрите. Задавайте вопросы. С вами был Артем Кошелев. Всем пока.